Староскольские сотрудники дорожной и патрульно-постовой службы задержали вора. Поздним вечером на автодороге между селами Потудань и Архангельская стражи порядка остановили старенькую шестерку с номерами соседнего Воронежского региона. При проверке в салоне и багажнике автомобиля обнаружили 15 поросят. Водитель пояснил, что животные принадлежат ему и везет он их на продажу в Тимский район Курской области. Однако оккупированные хвосты и метки вызвали подозрения у полицейских. Неподалеку в селе Роговатое находится два крупных свинокомплекса. Прибывшие на место ЧП представители Оскольского бекона подтвердили, что поросята – собственность свинокомплекса. В ходе инвентаризации на предприятии уже обнаружили пропажу 15 юных особей. Примечательно, что задержанный водитель, житель Воронежской области, работает слесарем на втором Оскольском беконе. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания и отказывается давать показания. Возбуждено уголовное дело по 158 статье части 2 «Кража». Все автомобили других регионов вызывают подозрения, когда двигаются в темное время суток. А у него была техническая неисправность, с правой стороны не горели осветительные приборы, двигался на большой скорости, вот, и вызвал подозрение у сотрудников.